Всем привет, друзья! Сегодня попробуем записать видео. Пап! Всем привет! В общем, вышли на реку Чепца. Будем ловить рыбу. В черте города. Каринский мост вот сзади нас. Пап, на что и как будем ловить? Что, как обычно, на мормышку. Попробуем без мотылку. Последний раз подходил, получилось немножко на нее. Так, есть вся носа. И мотыль, и опарыш. Лишь бы рыбу найти. Ну, найдем, думаю. В общем, будем пробовать искать. Все, погнали ловить. В этот раз батя будет пробовать ловить на безмотылку. Вот так она у нас выглядит. Подарок от дяди Димы. Папа, ты ловил уже в этом году, да, на нее? Да. Тут. Ну и как? Так вчера ходил, двух окуней хороших поймал, крупных. Вот вчера так было вот. 18 градусов, так что все мерзло. Сегодня 14, будем пробовать записывать. Давай, попробуем. Давай. Так, фирменная проводка. Клюнула, что ли? Ух ты! Ух ты, какой новый. Малек. Это окунь песчаник. Да, вчера бледный. Хороший окунь. Да, это не очень хороший окунь. Выкидывать, да? Ну давай, отпустим. Отпусти его. И оп. Ну сразу клюнул почти. Ну это бывает. Попал. Ладно, мелочь белая подходит тут. Ну, и... Может, ты быстро трясешь или наоборот медленно? Не, просто когда рыба подходит, она и так клюет. Это все, что было на этой лунке? Наверное. Бывает, целый час ждешь, потом одна рыба хорошая подойдет. Здесь же песок. Ага. Он просто гуляет здесь поодиночке, видимо. Потому что я позавчера ловил 3 часа. Вот, ну как бы мелочь такая попадала. А за 3 часа вот в час по поклевке и окна такие грамм по 150. Хорошие попали. Ладно, будем ждать, искать. Сейчас надо искать будет еще. И вот долгожданная поклевка. Ну, подтягивай. Ух ты, опять-таки. Ты так тянул, как будто там, блин, на полкилограмма рыбин. Обратно его. Да. Этот же. Этот же. Опять ты. Оп. Будем ждать, когда крупный подойдет. Так, на донке здесь мне бесполезно, да, ты говоришь? Тут 1,5 метра и песок. Если на донке, надо вон тебе на середину куда-нибудь идти. Так, наверное, так и сделаю. Видишь, как мелочь клюет. Никак ее не подцепишь. Это белые рыбешки. Будем надеяться на твое мастерство. Да, что мастерство? И сноровку. Ну, хоть посмотреть, что это клюет. Ну, посмотреть. Так, ладно, сейчас тоже тогда выставляю донки в центр реки. Попробуем на донную снасть. Так, пап, что-то твоя безмотылка-то, да. На безмотылку-то не похожа. Мотыля подсаживаешь, как-то получше клюет.
А без мотыля вообще никак? Ну, без мотыля попробовал, что-то не получилось пока. Эксперименты продолжаются. Лунку, как обычно. Донки все те же, как и в том году использовали. Тяжелая мормышка и заглотыш, крючок мелкий. Отводной поводок где-то получается 25 сантиметров. Сейчас оснастим и забросим. Все готово. Вот как это выглядит в готовом виде. Сейчас это все в воду закинем. Итак, донка установлена. Батя там что-то поймал, кричит. Ну что тут, пап? Головлик. Ну, красавец же. Красавец такой. Попался он тут нам зазря. Красавец. А что зазря-то? Давай его. Вот. Как так-то? Вчера тоже головлики попадали? Да. Два или три попало тоже. Ну, понятно. У меня есть там шансы, как думаешь? Окуня нет пока, крупного не знаю. Окуня нет, ерша тоже нет. Ладно, пошел я. Да. Ждать поклевки ершовые. Там-то у тебя должны ершовые. Так я надеюсь, выставился только. Кажется, клюет, пап. Вот пока бегал. Сейчас ждать опять. Пока у меня клюет какая-то мелочь. Батя, сейчас проверим, как он. Как мельче-то. Такие подлещики. Это подлещик? Ребята, это подлещик. Да. Покажи его поближе, даже не видно. Вот. Нет, это не подлещик. Сапа. Погоди, не дай сфокусировать. Отлично. Но кажется, клев пошел. У меня тоже клюет какая-то мелочь. Вверх подкидывает. Не знаю, окуня почему-то не подходит. Но будем ждать. Ждем. Конечно. Ловим дальше. Рыбалка только начинается. Ну что, друзья, вот я и сместился на середину реки. Здесь поклевок вообще нет. Глубина около 4 метров. Течение, естественно, очень быстрое. Мормышку даже такую тяжелую сносит. Так что буду смещаться ближе к бате. У него тоже не очень клюет, он говорит. Недоволен, в общем, выходом. Сейчас будем искать дальше. Пап, ты что, приуныл? Приуныл, а? Нет поклёва? Нет поклёва. Вчера это лучше клевал. Ты же знаешь, чепца непредсказуемо. Можно неделю ходить, ни одной рыбки, а потом можно сходить, попасть. Килограмм два. Вот вчера попались два окуля хороших таких. Ну, уху можно сварить сразу, да? Конечно, и мелочь была там такая, ну, приемлемая. Так, а сегодня что у нас? Сегодня вообще без клюев. Тут сразу видно,
по количеству народу на реке. Сразу можно сказать, какой клев сегодня. Ну ничего, будем ждать. Батя, как всегда, оптимистичен. Будем ждать. Только в 11 пришел вчера и поклевывал, хотя и морозно было так. Ну видишь, температура на спад сегодня уже 14-10 да, будет. Не важно, это просто сегодня не хочет почему-то. Ладно, двигаемся дальше. О, есть! Угу. Мелочь подошла. Ну, может, и покрупнее что-нибудь. Тут вот мелочь подошла, пап. Ну очень такие поклевочки-то. Раз-два дернет и все. Свежего мотыля поднасадил на мормышку основную. Сейчас посмотрим, как будет ловиться. Берега клюет одна мелочь, поймать не удается. Очень быстрые поклевки, иногда бывают медленные, но все равно мелочь. Батя там остался, попробует еще поймать. Я перешел прямо к центру реки, к повороту. Здесь глубина 2-3 метра, попробую поймать ерша. Полная перенасадка после прошлых мест. Иногда и на одного мотыля клюет, но так как клёва нет, приходится чаще обновлять наживку. Сейчас закинемся и будем ждать. Новая лунка, новое место, новая наживка. Обычно я закидываю, и чтобы мормышка тяжелая по дну вот так бум-бум-бум, чтобы там взмутилось. Заснять поклевки, в общем, не удалось. Разрядился телефон. Но клюнул вот такой ерш. Вот кто-то так клюет отвратительно и не попадает. Сейчас мы его отпустим. Оп! Все, ёж ушел. Смена места не всегда приносит результаты. Но вот она, февральская красота. Батя подтягивается потихоньку. На реке никого уже. Новое местечко. Я уже перенасадил мотылей. Пока тишина. Не будет тут клевать, иду дальше. Батя уже подошел, поет песни, веселый. А что делать-то? А что, есть уже? Есть поклевки? Я там два ерша поймал. Я тоже поймал ерша. Да? Ага, отпустил. Мне зарядник нужен. Телефон садится. Давай пробуй тут. Глубоко? 2 метра где-то. А-а-а. Ну не больше 2. Здравствуй. Начинай разлавливаться.
Там вообще не было никакой мелочи больше. Никто. Ну понятно. Сегодня вообще не клюет. Мужики-то все бегают. Надо думать. С таким-то клевом забегаешь. Да, я тут бурился. Так что пробуй. Так, медленные поклевки. Есть. Ух ты, два ерша сразу, гляди-ка. Вот так вот. Новое это место. Такое уже можно брать. Хотя мелок, конечно. Мелочь не бери, не скидывай. Опа. Сейчас закинемся. Сейчас еще крупнее поймаем. Ну что, ребята, пошло дело. Отличный ерш. Вот он. Ну как отличный, наверное. Меньше среднего, но не самый мелкий. Ловим дальше. Опа. Да, не каждый раз. Зарядник пока достану. А то так батарея снять. Медленные поклевочки. Опять пусто. Ну ничего, сейчас. Зацепим, я думаю. Если еще клюнет. Сейчас посмотрим филигранные проводки. У бати как проходят. Когда есть этот ёж, он сразу плюет, в принципе. Видите, только... Не хочешь ли ты сказать, что это одна из самых бесклёвых рыбалок за эту зиму? Похоже на то. Вовремя собрались записать видео, как всегда. Да. Вчера еще вот мороз был, вчера поклевывал, сегодня уже. Ну в минус 19 как-то не очень. Ну, да. Бегать тут, снимать. Сидеть неприятно, конечно. Трея, батя, улыбнулась, удача. Так. Сегодня, да. Крупный окунь, покажи-ка его. Крупняк. Вот такой он. И сразу в лунку надо. Чему, давай на ухо ставим. Ну, оставь. Хорошо. Вон какой, ты погляди, красавец. Песчаник называется. Матрос песчаник. Ну, классный, да ведь? Вытряс как-то ведь, да, ты его. Что ты, я выкидываю таких все. Он выкидывает, а мы ухи не ели, да? Ладно, давай еще лови больше. Классно, дело пошло.
начали смещаться обратно к мосту, откуда начинали. Батя не выдержал, видимо, с досады выкинул моих ершей, сказал, слишком мелкие. Так что пока довольствуемся мелким окунем. Он сидит, смеется. Ладно, продолжаем лов. Ёж. Ты уже двух таких выкинул, кстати. Ну вот, ёрш-то подходит все-таки. Ну, если точнее сказать, мимо проходит. Че, отпускаю? Хоп. Ну вот. Хотя бы как-то. Опа. Ждем крупного. Опа. Рыба делась у нас. Вчера только здесь ловил. Так, не каждый день. Хорошо ловилось. Ты уже все тут выловил. Я уже думал, все, место хорошее нашел, ловишь. Может быть, чайка? Да, сейчас чайка поедим, попьем, да пойдем под мостом. Там попробуем еще на яме повозить. Добрать. Это как в том году у нас такие же рыбалки были. Безрыбные. Бесклевные. Ну ладно, хоть недалеко ходить. Что недалеко-то? Итак, друзья, обеденный перерыв у нас закончился. Батя улыбается. В общем, мы готовы отправиться к мосту на наши прежние места. За ершом. Последняя попытка. Здесь вообще не клюет. Погода меняется. Так что как-то так пока. Выдвигаемся. Сейчас проверю. Не, нету. Но клевало. Вот оно, новое место. Тут 4 метра где-то. Да, больше. Яма хорошая. Тут и течение хорошее. Да. Часть лески сносит. Поклевка-то не чуткая получается, не сразу. Сигнализирует из-за лески смотанной туда, стянутой течение. Не увидишь, что ли. Опа. Поклевки вверх, это на тяжелую мормышку клюет, значит. Не на отводной. Блин, нету. Не успел подсечь.
все это просело-то так? Кажись, есть, пап. Ё-моё, ёрш, хороший, кстати. Такого можно брать. Этого не дам тебе выкидывать. А? Да, второй это уже. Вот он, ёж. Сейчас, погоди, пап. Что там ловится? Неси-ка ее сюда, посмотрим. Ловится ёж. Сейчас иду смотреть сорогу, что там за... Уже выкинул? Понятно. Ну, иди тогда чай пить. Клёв затих, если это можно было назвать клёвым. Батя собирается домой, сматывается. Ну, такая вот рыбалка. Я сейчас попьем чаю, пока у меня донки стоят еще. Пьем чай, собираемся домой. Пап, пару слов о сегодняшней рыбалке. У нас, как всегда, не клюет сегодня. Клевало вчера и завтра. Да, да, да. Вчера клевало, сегодня нет, все. Ну, отдохнули хотя бы. Ну, хотя бы на реку вышли, да, и то хорошо. В общем, везет еще. Я думаю, да, надо ходить пробовать. К весне-то будет лучше. Ну, а мы собираемся сейчас домой. Всем удачи, до новых встреч. Пока. Небольшое послесловие. Мы никуда не пропали. На рыбалку ходим редко, а если ходим, то похвастаться особо нечем. Сами видели, как сегодня клевало. В принципе, так у всех ловится. Где-то лучше, где-то хуже. Будем ходить пробовать. Все, всем спасибо большое подписчикам и зрителям нашего канала. Теперь точно пока.